Привет, мои дорогие! Привет, ребята! Здравствуйте! Добро пожаловать ко мне на канал. У меня овощи тушеные. Короче, это замороженные овощи были. Отдельно горошек зеленый, свежий, замороженный. Амарантовые ракушки, макарошки. Рыбные котлеты мои. И салат, морковка, свекла. Ну, это не я делала, нас угостила тетя. Мы ездили когда в деревню. Вот, он очень вкусный. Очень вкусный салатик. Я чувствую тут уксус. Я вообще не знаю, как это делается. По-моему, здесь вареные овощи. Не знаю, давайте пробовать. Амарантовые ракушки. Это полностью, ребят, вот сегодня у меня здесь полностью ПП-еда. Тушила овощи на кокосовом масле. Опять собаки. Это в подъезде. Белка, перестань ныть. Очень вкусно. Эти макарошки амарантовые я заказывала на Wildberries. Пачка. Там мало вообще, небольшая пачка. 87 рублей мне обошлась. По-моему. Но я еще буду заказывать. Вчера своим тоже жарила котлеты, говяжьи, куриные. Отварила макароны, но я такие макароны не ем, это углеводы. Ну, для меня. Ребят, у нас сегодня пипец дубак на улице, просто вообще. Несколько дней такая ерунда будет. Короче, 28 ощущается как 31-32, но это у нас на Подгорном так, у нас тут речка рядышком. В городе не знаю как. Вообще очень холодно. Горох уже давно покупала на развес. Свежий горошек, вообще класс. Тут идет чем? Кабачок. Перец. Лук. Морковку не знаю, перец вот. Баклажан, это как его? Ну, этот красный перец, который. У нас очень долго сейчас будет морозы. А, ребят, сейчас перестала практически есть хлеб, только с супом. Потому что со всеми супами я ем чеснок. Ну, мне чеснок, я люблю чеснок. А чеснок есть супом и без хлеба, ну такое себе, знаете. Сейчас везде такие темы, я смотрю на каналах. Все разговаривают про Бога. Бог есть или его нету? У каждого свое мнение, каждый верит по-своему. У меня свое. Я считаю, что там кто-то есть. Однозначно кто-то есть. По-другому, потому что никак. И хочу еще спросить, верите ли вы в реинкарнацию? Что душа, когда человек, тело, когда умирает, душа, но она не сразу, какое-то время она выбирает себе что-то, ну, новое, новую семью, новое тело, да, вот рождаются дети, когда. И происходит реинкарнация. У меня вообще много раз снились сны. Я теперь вот, ну, уверена, что я в прошлой жизни вообще была мужчиной. Мне очень часто снились такие сны, как будто я мужчина. Понимаешь?
Бывают моменты, когда мне кажется, что это уже было. Очень часто были такие моменты. Потому что я не верю, что если человек умирает, когда, что на этом прекращается все, пустота, темнота. Этого не может быть. Это не может быть такого, что душа, все. Вот мы пожили свою жизнь, свою судьбу, да? Умерли, и все, и тьма. Ну, мне кажется, такого не может быть. Душа перерождается в новом теле, я считаю. Хоть это ничего не доказано, никто про это ничего не знает, с того света. Никто не возвращался, нам об этом никто не сообщал. Что пишут в Библии, знаете, я тоже могу написать на заборе. Сами знаете, что. Кто эту Библию придумал, кто ее написал? Откуда она взялась? Почему люди читают Библию и верят, верят в каждое слово? Кто-то ее же писал. Ее писали люди, обычные люди. О вечной жизни. Какая вечная жизнь? Нету вечной жизни. Я считаю, что я в этой жизни, да, искупаю грехи своей прошлой жизни. Я в той жизни что-то начудила, видать, жестко. И теперь я за это расплачиваюсь. А потому что как иначе? В этой жизни расплачусь. Значит, в следующей жизни уже будет более-менее жизнь, да? Наверное, так. Но это мои мысли. Я часто об этом думаю. Ну, не часто, конечно, но я думаю об этом. Все равно человек думает об этом. Что будет после смерти, что его ожидает, да, дальше. На форумах я была, на каких-то, вот на таких даже я попадала, в такие форумы. Ну, люди пишут, что может быть после смерти. Многие пишут, что душа перерождается, происходит реинкарнация. Мне тоже так кажется. Это научно не доказано. Все равно никто об этом не узнает. Всю правду, что там, как там. Нам оттуда никто не возвратится и об этом не скажет. Были люди, испытавшие клиническую смерть, которые говорят, что когда их откачивали в реанимации, ну, где там, в операционной, да, они видели все это, что происходило. Они рассказывают такие вещи, что пока их там откачивают, да, они через много тысяч километров, допустим, душа перемещается в свой родной дом. И потом, блин, я не знаю, как это объяснить, потом вот это полутнут, ну, как сказать-то, оказывается, что это, ну, правда, вот это было, когда этот человек был без сознания, как бы уже все, он умер, да, клиническая смерть наступила. Нету ни пульса, ни сердцебиения, короче, только мозг функционирует. Он еще какое-то время работает после смерти. Человек за несколько, ну, душа перемещалась, и человек рассказывал, что было в том доме, куда он перемещался, досконально. Это, между прочим, научно доказанный факт. Что душа, она есть душа. Душа есть. Душа в нас. Сгусток.
Небольшой сгусток энергии, который весит 1 грамм. Наверное. Что-то я тут вообще вдарилась. Ну, я так рассуждаю. Считаю, что жизнь после смерти есть. Есть. Я верю в это. Когда я умру, мое тело умрет, отмучается. Мы все в этой жизни, на этой земле, мы мучаемся. Мучаемся, понимаете? Человек родился, он уже грешен. Я считаю, что мое тело, когда умрет, моя душа переселится в другое тело, переродится и начнет жить заново. А вы как считаете? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я надеюсь, до этого момента кто-нибудь досмотрит, наконец-то. Хотя бы раз в жизни. Пожалуйста, не пишите мне дурацкие комментарии. Типа, отличный обед, лайк. Приятного аппетита. По существу, пожалуйста, пишите. По теме разговора, которую я сейчас излагаю. Мне очень важно ваше мнение, интересно просто. Друзья, ведь я завела канал, чтобы с вами общаться, понимаете? У меня много знакомств появилось на Ютубе. Очень много интересных людей. Я с вами общаюсь в комментариях, понимаете? Я с вами так общаюсь. Блин, была бы возможность у меня проводить стримы, да? Я бы каждый день бы стримы проводила, с вами бы общалась. У меня нету 1000 подписчиков, у меня нет компьютера, ребят. Я не имею такой возможности. Проводить стрим с телефона возможно только когда наберешь на канале 1000 подписчиков. Мне еще до этого, как до Китая, раком. Вот. Я рассказала вам свое мнение. Скоро крещение. У нас, походу, будут крещенские морозы, да, знатные. Хочу поехать на купель. Конечно, я купаться не буду, я не сумасшедший человек. Я никогда в жизни на живую, прям вот так вот, не видела, как люди окунаются в купели. Только по телевизору смотрела, честно. Ребят, очень вкусно. Макарошки. Не отличишь, короче. Ну, которые делаются из пшеничной муки. Это амарантовая мука. Она без глютена, без ничего. Низкоуглеводная. Я еще такие заказывать буду. Ну вот. Буду доедать это в течение дня. Спасибо, мои хорошие, что покушали со мной. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, что вы думаете, какое ваше мнение, как вы вообще считаете. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, мне будет очень приятно. Ставьте комментарии. Лайки, дизлайки, вагонами завозите, вообще пофигу. Все, всем спасибо, всем пока-пока.